очень много случаев, когда ко мне обращались женщины, когда мужья забирали детей, а они рожали без документов, да? Они рожали, чтобы ни чистый не касался ребенка, значит, без врача, у них не было документов, и этого ребенка просто брали и забирали. И когда она говорила, у меня украли ребенка, а каким образом мы ей можем помочь? Ну да, ребенка, получается, нету фактически. Ребенка нет, потому что нет документов. А тогда, когда она воспитывала ребенка, а потом ребенка забрали, например, а ребенку надо было пора идти в школу, а ребенок был зомбирован тем, что не харам цирк, не харам мороженое, харам ребенку выйти куда-то. И мать понимала, у нее забирают документы. Это всегда. Я все время думала, почему? Почему вот такая ограниченность? Может быть, недостаток воспитания или недостаток просвещенности? Что же толкает женщину на это? Но первое, то, о чем я вам сказала, это желание быть чьей-то, быть за мужем, за. Это первое. Да уж. Да уж, это факт. А второе, это когда не хватает просвещенности проанализировать то, что ты сделала на самом деле. Ты что сделала? Но она уже находится в этой ауре того, что вот она это делает любя, и она это делает самоотверженно. И все. Надо придумать.